В эфире ваш любимый саквояж, программа обо всем интересном и полезном, что происходит в нашем городе. Меня зовут Анастасия Тарбаева. Здравствуйте! Снег, 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 зима за облаками. Это не только строчки из песни, это у нас за окном. Воздух свежий, дороги заметают, глазки щурятся, а настроение уже предновогоднее. В магазинах появились елочные игрушки и не только. Впрочем, все новости вам сейчас расскажу, а после разыграем 2 билета в кинопарк «Альянс». По свежему снежку сходить в кино всегда в радость. Некоторые активные саяногорцы недавно объединились в команды, чтобы дружно готовиться к празднику. Они будут делать игрушки, поднимать настроение детям и взрослым, творить добро. Конечно же, я говорю об участниках традиционного марафона «Русала» «Верим в чудо, творим чудо». На этой неделе он стартовал уже 9-й раз. Детский дом «Ласточка». Кто кому помогает, решает жребий. Это традиция. Волонтеров ждут в учреждениях Саяногорска. В детском доме «Ласточка», в доме престарелых, коррекционной школе. В этом году русаловскому марафону «Верим в чудо, творим чудо» 9 лет. Во время жеребьевки нам достался реабилитационный центр, поэтому в ближайшее время встретимся, определим направление. В принципе, мы примерно знаем наши силы, что мы готовы. Но встреча с руководителем покажет, да, например, ну, приоритеты какие-то. Расставим по местам, каким образом мы будем участвовать, и я думаю, мы подружимся. 9 команд 1,5 месяца будут и мастер-классы организовывать, и интеллектуальные викторины, и новогодние утренники, и благотворительные ярмарки. Развлечениями не ограничиваются. Каждый год волонтеры проводят генеральные уборки в квартирах ветеранов, оказывают адресную помощь нуждающимся. Некоторые из участников «Доброго марафона» не виделись уже год. Сегодня они рады друг друга видеть, делятся своими эмоциями, обсуждают идеи и планы. Ведь буквально завтра можно идти творить добро. Мы всегда очень-очень рады видеть. Они приносят детям радость, интересные мероприятия. Считаю, что это, ну, подарок для всех социальных учреждений. Особенно в предновогодние дни, недели, месяцы, когда дети ждут чуда. На время марафона в подразделениях компании «Русал» откроются настоящие новогодние мастерские добрых дел. В них каждый сотрудник под руководством опытного наставника сможет изготовить елочные украшения, игрушки и другие полезные вещи для подшефных учреждений. Марафон стартовал, волонтеры готовы к добрым делам. Я желаю всем, чтобы марафон прошел, как всегда, весело, интересно, полезно, и чтобы у всех было хорошее предновогоднее настроение. Команда САЗа, Саянала, молодежного совета «Русала», подрядных организаций завода. Помимо металлургов, в марафон включились и другие городские учреждения. Педагоги, библиотекари, железнодорожники. Появились и новички – клуб отцов Саяногорска. Организаторы марафона, помимо привычных задач, ставят перед участниками главную. Волонтеры должны придумать такой социальный проект, который поможет решить проблемы подшефного учреждения и повысить качество жизни его воспитанников. На реализацию лучших идей компания выделит команде-победителю до 180 000 рублей. Остальные участники марафона получат памятные подарки. Не терпится рассказать вам отличную новость. Все мы любим скидки, а хорошие скидки еще больше. Сейчас внимательно смотрите, слушайте и запоминайте, где можно купить детскую одежду и игрушки с большими скидками. Покупать красивую и качественную детскую одежду всегда приятно, особенно со скидкой 30%, как в магазине «Планета детей». Когда появляется возможность купить детскую одежду по очень выгодной цене, ассортимент нужно изучать тщательно, чтобы чего-нибудь не упустить из виду, ведь здесь столько всего интересного. По сезону, конечно же, сейчас теплая одежда для улицы. Это, как всегда, симпатичная и очень практичная одежда. Разные модели и расцветки, очень теплые и легкие, водонепроницаемые и с защитой от ветра. Вот такой яркий желтый пеликанский комплект для девочек. Он снабжен, конечно же, светоотражающими элементами, содержит внутри подкладку из эко-пуха. При этом модель очень стильная, детали все очень качественно выполнены, при этом красивые. Внутри куртки мягкий и теплый флис. Комбинезонные штаны на удобных прорезиненных лямках. Застегиваются на замок. Цельные комбинезоны и раздельные комплекты для мальчиков и девочек, батик и крокет, мамочки, конечно же, оценят. Купить сейчас с большой скидкой куртку вашему ребенку на осень тоже можно. Такую модель можно носить при любом росте. Изначально она может быть слегка удлиненной, а рукава, в принципе, можно регулировать с помощью липучки и
На вырост на пару сезонов вам точно хватит. Присмотритесь и к другим моделям курток. И не забудьте про теплые трикотажные костюмчики, штаны и кофточки. А как зимой без толстовки с начесом? Да еще и с хорошей скидкой. Конечно же, это отличный вариант. А как вам такое предложение? Купить теплый свитер, полувер, еще и жилет по цене всего лишь двух вещей. Это акция 1 плюс 1 равно 3. Со скидкой 30% в планете детей сейчас можно купить и одежду из летних коллекций. Хлопковые лосины, футболочки и платьица детки вполне могут и сейчас носить в школу или сад. Не забываем и про домашнюю одежду. Конечно, зимой мы все любим одеваться в пижамки, когда они теплые, мягкие, красивые и натуральные. Здесь есть пижамки и комбинезоны для деток на любой возраст. А теперь внимание! С 15 ноября в магазине «Планета детей» начнется «Черная пятница». До конца ноября любой товар можно будет купить со скидкой до 70%. Одежду, игрушки, товары для новорожденных – все, что пожелаете. Даже суперновинки. Уникальные игры для интеллектуального и физического развития, а также новые слаймы с ароматом мороженого, слаймы-хамелеоны, блестящие слаймы. Производители слаймов этой зимой рекомендуют дома рассыпать снег. Для этого нужно в содержимое упаковки просто добавить воды. И у вас получится целый таз настоящего холодного снега, который гипоаллергенный. Его можно разбрасывать по квартире, играть с ним, делать какие-то декоративные украшения, а потом снова собирать. А еще магазин «Планета детей» дарит подарки в честь своего 12-летия. С 15 ноября по 7 декабря делайте покупку от 500 рублей и участвуйте в розыгрыше подарков на общую сумму 30 тысяч рублей. Подробности уточняйте у консультантов. Магазин «Планета детей» ждет вас по адресу: микрорайон Центральный, 3А, торговый центр «Амыл». Вы уже начали закупать подарки к Новому году? Я парочку прикупила и присмотрела много чего интересного. Кстати, есть один магазинчик фантазии, там есть где развернуться. Подарки получатся эксклюзивные. Хотите адресок узнать? Снег выпал, на календаре скоро начнется обратный отсчет до Нового года. Время покупать подарки, друзья. За интересными идеями, современными тенденциями я пришла в салон Nandy Art. Давайте смотреть, что здесь есть интересного. В центре оперативной печати Nandy Art вашу фотографию или понравившуюся картинку очень быстро и качественно нанесут на любую фактуру. Так что выбирайте, на чем печатать. Первое, что мне бросилось в глаза, здесь большое количество разных по форме, величине и материалам кружек. Хочу показать вам такую интересную ультрамодную кружку. Это современный дизайн, как правило, их выпускают в эмалированном варианте. Здесь керамика. Зимним декором можно украсить и популярную кружку, которая идет вместе с ложкой. Есть и чайные пары, и неоновые кружки. Правда, на них лучше наносить одноцветную печать, ведь кружка сама по себе очень яркая. А вот новинка сюрпризом. Это кружка «Хамелеон». Пока она холодная, пока в ней нет горячего чая, она остается черной. Как только мы наливаем сюда горячую жидкость, начинает проявляться картинка, которую напечатали. В любую погоду кружка – один из самых теплых и душевных подарков. Выбирайте любую, а вот над картинкой подумайте – фото, коллаж или логотип. В Nandy Art напечатают любой вариант. А вот еще один мягкий сюрприз «Хамелеон» – это подушка с пайетками. Кстати, пайетки до сих пор в моде, и они перекочевали даже в подушечный вариант. При определенном направлении пайетки начинают открывать нам картинку, которую мы напечатали. Традиционный фаворит новогодней сувенирки – это календарь. Семейный, корпоративный, тематический – любой. Тираж не ограничен, печать оперативная. А вот заказом советуем не затягивать. Если не можете определиться с картинкой, в Nandy Art изготовят для вас макет. А еще здесь целый каталог готовых вариантов для печати. Проявить творчество можно и при создании елочных украшений. Вы выбираете подходящую картинку, в Nandy Art вам печатают, и получается вот такая красивая звезда, которую можно повесить на самую видную ветку вашей елки. Для эксклюзивных подарков в Nandy Art большой ассортимент. От брелоков до ретро-медальонов, от сувенирных тарелок до футболок. Здесь много и фоторамок. Кстати, в них отлично будут смотреться новогодние картинки, которые тут же можно распечатать с любого носителя. Дарите вашим близким, друзьям, коллегам и партнерам приятные впечатления. За подарками приходите в Nandy Art по адресу 81. Телефоны 22 990 и 8 902 03 единицы 30.
Лично я считаю, что к Новому году нужно обязательно делать подарки для себя любимых. Причем габаритами не ограничиваться. Например, подарить себе новенькую ванную комнату или баньку, или хотя бы электрокаминку, чтобы в празднике наслаждаться теплом и уютом. Тем более, что сейчас такой выбор для этого. Где? Вы еще не знаете? Где можно купить любые товары от отопления до водоснабжения? В одном магазине, конечно же, в «Меркурий Прометей». Пойдемте посмотрим. Мы решили начать свой обзор с первого этажа, и секция, мимо которой мы не могли пройти. Это все для бани. Пойдемте, мы вам покажем, сколько здесь всего интересного и нужного. Но прежде всего стоит сказать, что здесь все исключительно из натуральных материалов. Начиная от веников из кавказского дуба с добавлением шалфея, мяты и прочих полезных трав. Деревянные светильники. Каких тут только нет. Дизайнов, размеров и даже цвета. Большой выбор здесь еще и шляпных аксессуаров для бани. Посмотрите, Оксана уже выбрала самое интересное. Да, я выбрала самое интересное. И что меня больше всего здесь порадовало, это то, что здесь появились вот такие замечательные шляпки. Сидишь ты такая себе дама, элегантная, в бане, паришься, наслаждаешься. А для того, чтобы в бане организовать сеанс ароматерапии, здесь есть огромный выбор эфирных масел. Сейчас к бане принято относиться к месту, где отдыхают не только телом, но и душой. Поэтому наряду с обычными банными печами появились вот такие печи-камины. То есть она и греет, и здесь же вот трепещет огонек, скажем так. Такие печи могут служить даже для барбекю. Есть тут и электрические каминки с ажурным рисунком, который при нагревании очень красиво светится. В общем, для бани здесь есть все, от термометров до дверей. Мобильные бани есть. На первом этаже магазина есть много комплектующих, от нагревательных элементов до разных фитингов. Выбор колоссальный. Мы решили подняться на второй этаж магазина. И здесь есть все для того, чтобы укомплектовать ванную комнату по полной программе. Я предлагаю начать вот с этих замечательных, симпатичных смесителей. Я не против, давай пройдем. Пройдем. Вот этот вот вариант смесителя, посмотри, он мне напомнил какую-то или летающую тарелку. Но на самом деле я видела в работе такие смесители, его просто включаешь, и вода бежит, вот стекает плавно по этому стеклу. Получается такой мини-водопадик у тебя в ванной. Особенным чудом кажутся гибкие краны, которые очень удобны в использовании. Здесь они представлены в широкой цветовой гамме. В магазине «Меркурий Прометей» каких только кранов и смесителей нет. С ручным вентилем, сенсорные. Есть даже лейки для душа и целые душевые системы. А какая ванная комната без ванны? Мы рекомендуем покупать акриловую. «Тритон» выпускает до 45 моделей разных акриловых ванн. Выбирайте, пожалуйста. Есть вот с такой спинкой. Здесь можно действительно лежать. Причем есть вот даже массажная такая вот часть этой ванной. В качестве альтернативы в ванне всегда можно выбрать душевую кабину. Модельный ряд позволяет выбрать подходящий вариант. Кстати, вместо шторки в ванной от воды теперь есть защита понадежнее. Почти что как в душевой кабине можно установить такие вот раздвижные дверки. Они на магните, поэтому нужно приложить немного усилия, чтобы их раскрыть. Но зато вы точно знаете, что здесь все очень герметично и вода не попадет на пол. Современная мебель и аксессуары для ванны, разные по цвету тумбы и майдадыры, полки и зеркала, бойлеры, полотенцесушители, каминные топки, инженерная сантехника и многое другое. Приятные цены, акции, большой выбор. Все это в магазинах «Меркурий» и «Прометей». Заезжайте, улица Абаканская, 1Е. Ах, скоро ведь начнется ажиотаж в магазинах игрушек, ведь любимых деток никак нельзя без подарков оставить. Отправляйтесь за покупками, пока выбор большой и народ не толпится. Можно все хорошенько рассмотреть, потрогать, ведь там так много всего интересного. Мир игрушек, он удивительный и разнообразный. Что лучше всего выбрать в подарок своему ребенку? Вопрос на засыпку. Все игрушки хороши. Девочки очень любят играть в дочки-матери, поэтому пупсы Baby Bon в самый раз. Они едят, пьют, плачут и даже ходят на горшок. Кстати, к ним и коляску можно купить. Любят девочки и героинь сериала «Сказочный патруль». Здесь яркая Аленка, мечтательная Снежка, ответственная Маша и крутая Варя. Сказочно-волшебные куклы Винкс тоже мечта любой девочки. Впрочем, как и коллекцион куклы Сони. А про кукол Лол все родители уж точно слышали. Я знаю, что многие девочки мечтали бы оказаться на моем месте, потому что я сижу среди множества кукол Лол. А тем более передо мной коробка, где их просто немерено.
Лол-мальчики, ракушка, шипучий сюрприз, питомцы, сестренки, большие наборы лол и последний хит «Лол с волосами». Всегда приятно потискать и мягкие игрушки. Например, котика Басика или подружку. Басиков тут много разных. Все в коробочках с атласным бантом, потому что подарочные. А вот еще одно чудесное семейство. Это зайки Мит. Здесь есть модные девчонки. Мальчики, кстати, тоже в таком тренде. Есть даже девочки, готовые уже практически к зиме. А может быть, это сойдет за наряд новогодней Снегурочки. Они есть маленькие, есть побольше. Покупайте целую семью и играйте с удовольствием. Мальчишкам по душе всегда придутся крутые машины и фантастические роботы. Они просто завораживают своим видом и движением. Для активных игр подойдут световые бластеры и мечи. Сражаясь на них, можно представить себя звездным воином. А если нужно проверить меткость стрелка, тогда выбирайте бластеры на мягких пулях. Развить фантазию, интеллект и ловкость рук помогут конструкторы. Они тематические, у каждого своя история. Кстати, многие мальчишки любят склейку, имейте в виду. Семейные посиделки за увлекательной настольной игрой дети особенно любят. Присмотритесь к ассортименту, здесь есть что выбрать. Сейчас пополню свою коллекцию, выберу что-нибудь интересненькое. Ну, люблю я замки, исторические сюжеты, поэтому, скорее всего, возьму цитадели. За лучшими подарками для больших и маленьких приходите в отдел «Солнышко», магазин «Центральный», «Цокольный этаж». Солнце, снег или метель – не помеха для садовых дел, так считает Валерия Защитина. Она прямо сейчас поделится с вами полезными советами. Здравствуйте, дорогие садоводы! Рада представить очередные самые важные новости и нужности от природного земледелия. Прямо сейчас, вот прямо сейчас нужно пойти и посмотреть на своих зеленых питомцев. Скорее всего, вы найдете там сюрпризы, и не всегда приятные. Если вы обнаруживаете кончики листа вот так вот немножечко подсохли, это значит, у вас в квартире сухой воздух. Мало того, что сухой воздух не нравится тропическим и субтропическим растениям, коими являются большинство наших комнатных растений, так он еще и может спровоцировать вспышку паутинного клеща. Он проявляется тем, что на обороте появляются, вот здесь у нас чистенько, мелкие какие-то точечки, как вроде муки насыпали, но так рыхленько. Потом там начинают бегать желтенькие жучки, а на внешней стороне листа появляются мелкие, такие тонюсенькие белые пятнышки. Потом, когда уже сильное повреждение наступает, там появляется паутинка, поэтому название паутинный клещ. Профилактирует паутинный клещ вот таким фитовермом. Препарат биологический, и когда вы им опрыскиваете, убегать из комнаты всем сообществом вашим домашним не нужно. Работайте фитовермом, и пусть ваши растения будут здоровыми. Если же ваши растения пожелтели от того, что им не хватает солнечного света, то тогда обзаведитесь специальной вот такой лампой, либо опрыскайте растение НВ-101, он тоже им очень хорошо помогает. Опрыскивать растения сейчас, в ноябре, когда очень жаркие батареи, нужно будет и просто водой, но только почаще, а не один раз в неделю. Если же вы в воду будете добавлять МБО, то тогда пыль на ваших листиках не будет оседать. Кстати, если добавлять в воду в принципе при опрыскивании, при уборке квартиры, то тогда пыль будет не оседать не только на листьях, но и на мебели, на шторах, на коврах, на шкафах сверху. Даже на кухонных шкафах будет гораздо чище, если применять там М-технологии. А еще самое время сейчас навести ревизию в семенах. Отличайте, пожалуйста, дату выпуска семян от даты годности семян. Это на обороте всегда указывается. И еще момент. Если срок годности некоторых семян вышел, не спешите сбрасывать их со счета. У астры петуни срок годности очень быстро заканчивается. А вот у помидор, тыкв и огурцов он очень-очень длинный. Поэтому даже если 7 лет эти семена назад были выпущены, все равно посадите, скорее всего, там все прорастет. Кстати, наша выставка семян томатов ждет своих посетителей. В Одноклассниках и ВКонтакте у нас прошел конкурс репостов, и семена от гонтиаровских из Минусинска ждут своих победителей. Сортов минусинцев в этом году представлено аж 11 штук. Но и кроме сортов минусинцев есть очень интересные сорта. Это джаз розовый, джаз оранжевый, король ананас в коллекции Валентины Николаевны вообще самый-самый сладкий. Поэтому приходите, крупноплодные, мясистые и сладкие томаты ждут именно вас. Для тех, кто сейчас запасается семенами эустомы, сейчас в ноябре без специальной подсветки высевать ее совсем-совсем еще рано. Она у вас просто вытянется, а потом может и погибнуть.
Кстати, а давайте мы сейчас устроим с вами выставку семян эустомы. Я привезу столько сортов, сколько найду, а вы в нашей группе в социальных сетях, в Одноклассниках, садоводы Саяногорска и Хакасии выложите фотографии тех эустом, которые выросли у вас в этом году. И так у нас с вами получится интересное мероприятие. Следите за новостями в наших группах в социальных сетях. А мы продолжаем принимать заказы на саженцы плодовых деревьев. И сегодня поговорим с вами о грушах. В наших коллекциях представлены и ранние, и среднеспелые, и поздние сорта. На дегустации в хозяйстве Пескуновых мне очень понравился сорт груши «Вкусная». Так и называется «Вкусная». Она не очень крупная, но мякоть у нее маслянистая, нежная, тающая и очень сладкая. Из других ранних сортов груш отмечаем «Ладу» и «Памяти Яковлева», очень сочные, очень сладкие. Затем созревают «Чижовская» и десертная «Рассашанская». А вот «Рассашанская поздняя» и «Груша Талгарская красавица» – они более пригодны к хранению. Абрикосы из хозяйства Пескуновых, яблони ранние, осенние и поздние активно разбираются с саяногорцами по предварительным заявкам. Успевайте и вы. Это каталог по землянике. Здесь представлены и ранние, и среднеспелые, и позднеспелые, и ремонтантные сорта. Мы также его выкладываем в Одноклассниках в группе «Садоводы Саяногорска и Хакасии». Почему именно там? Потому что Одноклассники у нас в Саяногорске самая отзывчивая, самая посещаемая социальная сеть. А группы «Садоводы Саяногорска и Хакасии» – это очень полезная, дружелюбная площадка, куда мы выкладываем посты по сезону. Хотите, она будет вашим добрым советником? Тогда вступайте в группу «Садоводы Саяногорска и Хакасии». А мы со следующей недели начнем там зимнюю школу садоводов с адресными консультациями, конкурсами и обязательно хорошими постами. Добро пожаловать в природное земледелие! Некоторые считают, что зимой наши глаза не напрягаются, ведь нет активного солнца. Это заблуждение, ведь белый снег еще больше слепит, особенно при солнечном свете. Поэтому ухаживать за глазами нужно круглый год и очки носить. Для зрения его тренировки солнцезащитные, а где их покупать, сейчас покажу. При выборе очков мы нередко задумываемся, что предпочесть – моду или комфорт. Современная мода настолько многогранна, что она позволяет нам выбрать свободу и свой стиль. Поэтому два основных совета при выборе очков в этом сезоне. Первое – это то, что они, конечно же, должны максимально выражать вашу индивидуальность. И второе – выбирайте очки желательно в пластиковой оправе, ведь наступают холода. И, конечно, желательно, чтобы ваша переносица и ваши ушки не мерзли. Очень выгодно сейчас можно купить оправы к очкам для зрения. На них действует скидка 40%. Ассортимент позволяет выбрать стильную и удобную модель по доступной цене. Также в наличии контактные линзы. Кстати, прямо на месте вы можете проверить зрение всего за 200 рублей. Ведь Оптика Экспресс заботится о здоровье ваших глаз. Самое время покупать детские очки к учебному году. В наличии также очки-антифары, очки для тренировки зрения и глаукомные очки. Все модели изготавливаются на японском высокоточном оборудовании. За очками в Оптику Экспресс. Адрес 81. Так много новостей вам рассказала, пора бы уже и подвигаться с нашим первоклассным тренером Мариной Вайс. Всем большой привет! Я рада вас приветствовать снова в моей студии. Мы очень много и активно работаем над нашим телом, но, к сожалению, забываем про наше лицо. А это наша главная визитная карточка. Каждый день мы улыбаемся, мы разговариваем, мы хмуримся, мы смеемся, и наши мимические морщины выполняют столько много движений, что мы абсолютно не обращаем на это внимания. Проходит время, на лбу образуются морщины, наш подбородок опускается вниз, шея становится дряблой и, к сожалению, некрасивой. И сегодня я вам покажу элементарные упражнения, которые помогут избежать любой недочет. Ну что ж, для начала вам необходимо занять удобное положение. Это может быть положение, как у меня на коленках, сидя на полу, это может быть полулотос, либо положение, сидя на стуле, на диване с абсолютно прямой спиной. Для начала мы разогреваем наши ладони, чтобы они были теплыми. Отлично. Начинаем мы с вами с овала лица. Находим серединную линию. Вы можете сесть рядом с зеркалом, либо сидеть ровно, смотреть на меня в телевизор и выполнять все то же самое, что делаю я. Нам необходимо поймать центральную складку вот здесь вот под подбородком. Мы хватаем нашу складку и захватываем ее тремя пальцами. Большой палец и два пальца ладони сверху и снизу. И необходимо складку захватить так, чтобы было немножко больно. И мы начинаем
потихонечку ее разминать. Мы стараемся оттянуть ее очень плавно и аккуратно от мышц шеи. Во время выполнения упражнения старайтесь полностью расслабить нижнюю часть лица. Ваша кожа должна отходить от мышц очень плавно и аккуратно. Сильно кожу не оттягивайте. И стараемся пальцами хорошенечко проминать подкожно-жировую клетчатку. Это будет способствовать разгону лимфатического оттока от подкожно-жировой клетчатки и, соответственно, улучшению тонуса кожи. И далее мы эту складку начинаем подгонять к краю уха, от центра в край, от центра в край, с одной стороны и с другой, в точности так же. Выполняем до тех пор, пока кожа не станет немножко красного цвета, до тех пор, пока вы не почувствуете ощущение тепла и, возможно, легкого покалывания. Если вы боитесь, что ваша кожа от таких упражнений оттянется, отвиснет, не переживайте, ничего подобного не произойдет. Ваша кожа, наоборот, примет активный тонус, потому что будет разгон кровеносной лимфатической системы, и вся ваша нижняя часть вот этой подтянется вверх, и ваш овал лица станет очень красивым и подтянутым. Ну что ж, я думаю, вы проработали нижнюю часть лица. Приступим теперь к скулам. Мы также используем наш мощный инструмент, это наши ладони. Нам необходимо будет захватить складку рядом с ухом. Вот она, маленькая складочка. Мы начинаем ее потихоньку проминать и опускаем эту складку, перекатываем пальцами от уха до угла молодости. Вот этот угол на лице называется угол молодости. Если вы смотритесь в зеркало и у вас нету ярко выраженного угла, это большой повод задуматься и приступить к работе вместе со мной. Поэтому мы схватываем эту складочку и начинаем потихоньку перекатывать от уха и до нижней челюсти. При выполнении упражнений полностью расслабить мышцы лица. Не должно быть никакого напряжения, ничего не жуем и не разговариваем. Мне можно. С одной стороны проработали до тех пор, пока кожа не станет красной и горячей. И переходим к другой стороне. Опять же мы захватываем складку подкожно-жировую клетчатку и начинаем прорабатывать сверху донизу. Сверху донизу. После того, как мы проработали нижнюю часть и боковые части, вы можете тылом ладони аккуратно погладить кожу, спокойненько ее разгладить, то же самое по скуловым частям. Я вас уверяю, если вы будете выполнять это упражнение каждый день, уже через месяц вы увидите, как овал лица подтянется, кожа станет очень упругой, будет выглядеть более здоровой и начнет исчезать второй подбородок. А это самое-самое главное в вашей визитной карточке. Итак, после того, как мы проработали нижнюю и боковые поверхности лица, нам необходимо приступить к коже, подкожно-жировой клетчатке, которая находится на шее. Потому что спазмированность мускулатуры, нарушенный лимфатический и кровеносный отток именно на коже шеи приводит к неправильной постановке нашего подбородка. Если вы заметите, очень много женщин и даже мужчин ходят вот с таким вот лицом. Вот так вот. Вот такое у нас лицо, плечи сутулы. Действительно, вы посмотрите по улице, кто как ходит, и вы заметите, что очень много вот таких людей. Очень сильно начинает выпадать вот эта нижняя челюсть, появляется второй подбородок. Но разве ж это красиво? Это очень некрасиво. Обратите внимание на свою осанку. Необходимо вытянуть свои плечи, поднять подбородок вверх и вытянуться макушкой к потолку. И после этого мы приступаем к коже на шее. И опять-таки мы используем наш главный инструмент – наши руки. Мы берем большой и указательный пальцы и теперь ставим их на центр нашего позвоночника. Мы пальцами делаем защип кожи и подкожно-жировой клетчатки по центральной линии. Выполняем защип и начинаем потихонечку оттягивать кожу от позвоночника. Стараемся максимально подтянуть подкожно-жировую клетчатку. Стараемся работать также по срединной линии. Мы можем этот валик перекатывать как снизу вверх, так и сверху вниз. Ощущения могут быть болезненными поначалу, но потом кожа привыкнет. После этого мы правой рукой выполняем защип с левой стороны.
вот здесь вот, рядом с плечом. И начинаем такими же движениями оттягивать кожу от позвоночника. Стараемся подхватить мышечный валик и оттягиваем со всей силы кожу от позвоночника. Также мы можем перейти на боковую поверхность шеи и хорошенечко проработать эту часть. То же самое выполняем на другую сторону с помощью левой руки. При выполнении упражнения голову держим прямо и никуда не наклоняем. Наша шея должна быть максимально расслабленной при выполнении данного упражнения. Эти упражнения на шею также необходимо выполнять каждый день в течение месяца. И вы почувствуете, как ваша шея начнет раскрываться. У вас сойдет усталость. Болезненные ощущения сойдут на нет. И есть очень такая одна маленькая деликатная проблема. Это холка, которая у нас находится на 7-м шейном позвонке. Это такой, это не мышечный, это больше жировой нарост, в котором есть застой лимфы, и его необходимо каждый день, конечно же, прорабатывать. Организм создает компенсацию на то, чтобы удерживать вашу шею. Так как осанка нарушена, подбородок выходит вперед, и шею уже как-то держать надо, поэтому холка, к сожалению, нарастает. Если вы будете каждый день ее проминать также пальцами, хотя бы 2 раза в день, 2 минуты утром, 2 минуты вечером, то через неделю вам станет гораздо лучше. И в зеркале вы увидите классные изменения. Осень – это не время, чтобы хандрить. Это как раз та пора, когда необходимо срочно заняться собой, потому что нужно поддерживать свое здоровье в хорошем тонусе. Ну а теперь пора уже и билеты в кино разыграть. Все условия в нашей группе «Саквояж Саяна» в «Одноклассниках». Читайте и выигрывайте 2 билета в кинопарк «Альянс». На этом пока все. Увидимся через неделю.